В преддверии прямой линии с Владимиром Путиным пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Речь, в частности, шла о том, что многие европейцы лишены сегодня возможности получать достоверную информацию о событиях на Украине и о том, какую позицию по этому вопросу занимает Россия. Фактически, европейские читатели, европейские телезрители сейчас не в состоянии получить всю полноту информации. Они лишены права на свободный выбор информации. Это можно констатировать с большим сожалением, но тем не менее это так. Дело в том, что сейчас все пытаются использовать, мы видим информационную активность российских представителей, будь то наши парламентарии, или министр иностранных дел Лавров, или и Путин, с тем, чтобы объяснять российскую позицию, с тем, чтобы пытаться развеять те или иные слухи, те или иные обвинения. Эти объяснения не проходят. Причем не проходят не в силу их несостоятельности, наоборот, позиция очень последовательная и аргументированная. Не проходят, потому что наталкиваются на грубую бетонную стену цензуры. Такое мы не видели, мы не, честно говоря, даже не думали, что вот оно так бывает, вот так вот просто в открытую.